Всем приветики! Сейчас хочу показать, что у нас происходит. Сейчас 10:30 в Израиле. Хочу вам показать вид с окна. Это у нас птички на карантине. Это называется зебровая медина. Вот смотрите у нас, что происходит. Из-за того, что карантин, видите, здесь обычно столько людей. Ну, точнее, машин ездит. А сегодня вот такое вот происходит. Одна поехала. Неизвестно, сколько продлится этот карантин. Кстати, хочу, кто подписчик у нас, кому интересно, тут у нас где-то 7 яиц. И вот это они их высиживают. Сначала был 1, 2, 3. И уже должны были высидеть, и все никак не высидят. Не знаю. Может, часть вылупится. Надеюсь, хоть одно вылупится. Вылупите что-то мне. Ну, такие вот дела, ребята. Еще один поехал. Напишите в комментариях, что у вас происходит. Что вы делаете на карантине. Сейчас буду укладывать детей спать. Это у нас Мелисса. Вот кустик побольше. Скажите, птички, спокойной ночи. Спокойной ночи. Не забудьте подписаться, чтобы смотреть, что у нас будет дальше в Израиле происходить. Всем пока-пока. До скорых встреч. Спокойной ночи всем.